Всем привет-привет! Такой интересный у меня комментарий тоже. Вот прям захотелось ответить. Знаете, просто вот сегодня прям какой-то день такой волшебный. Может, я тему такую затронула, я не знаю. Комментарий волшебный. Ну, кто, может быть, кто-то его уже прочитал. Для тех, кто не читал. Значит, здравствуйте, Оленька. Я тоже со своим мужем познакомилась в интернете. Классный сайт Top Face. Вот, девчата, берите на заметку, Top Face, там люди со всего мира, я хотела жить в Турции, ну, потому что близко, и получилось. Надо, ну, и вот она такой совет тоже девочкам дает, что надо звонить мужчине и смотреть, где он живет, где он находится в камеру, в каких условиях, и тогда все получится. Я думаю, что она имеет в виду, что, ну, и когда вы будете видеть, ну, так... Этот вариант выйти замуж как бы нормально, да, не уехать куда-то в сарай. И вот она меня спрашивает, почему все женщины выбирают американцев и старых мужчин? Ну, старых мужчин, потому что мы об этом уже говорили, да, потому что молодых сильно там очереди не стоит за нами из молодых, да. У них и тут развлекушек вот так хватает, да, молодых. И почему американцев так, да? Так, мне 48, мужу 54. Турки очень балуют своих жен, они как дети. Почему американцы? Я многих блогеров смотрю, мужья старше на 20 лет и больше. Я тоже общалась с американцами, и не захотелось. Они живут все в кредитах. Почему? Ответьте честно. Там, я многих блогеров, женщин-блогеров спрашивала, никто честно не ответил. По видео видно, как люди живут в Америке. И наш сын учится в Америке. И, ну, и, извините, может, я не должна вас спрашивать. Должна спрашивать, Мария, спасибо огромное вам. Вопрос, комментарий вот такой. Обожаю такие, знаете, вот, да, у человека есть свое мнение. Она спрашивает, люблю такие, и людей таких люблю, откровенно, да? Ну, вот почему? Что тебя вообще такое вот потянуло именно в Америку? Ну, у меня потянуло в Америке, потому у меня сложилось вот так. Я с немцем встречалась, да, у меня были такие, ну, такие отношения, там, ведущие к браку с англичанином, да, ну, замуж вышла за американца, ну, это мой случай. Почему Америка, а не Турция? Почему все женщины хотят ехать в Америку, а не в Турцию? Мое мнение. Вот я бы в Турцию, конечно, бы тоже не хотела бы поехать, хотя мой муж мусульманин, египтянин, да, но если бы он мне сказал, поехали в Египет, девочки, ну знаете, честно вам скажу, где-то из 100%, процентов 105 я бы не поехала. Да, в силу вот моих рамок, я даже и не смотрела в эту сторону. Да, я зашоренная, да, у меня стереотипы, да. Скорее всего, это неправильно, но это же моя жизнь, да, и я делаю свой выбор, и сама для себя. Почему Америка? А в Америку вот да. Припрыжку, уровень жизни, понимаете, и качество жизни. Дело же не в том, там, мебель с какими-то вот такими, для меня, там, с завитушками, да, или простая какая-то, да, из серии, как Икея, да, простые какие-то вещи, а это уровень жизни общая атмосфера. Общая атмосфера и будущее для детей. Вот у меня ребенок, допустим, да? Вот я даже на слух вижу разницу, если у него будет турецкое образование и американское. Вот для меня разница очевидна. Один такой момент. Следующий момент. Как ни крути, Америка в топах по качеству жизни. Вот как ни крути, проверьте, пожалуйста, все аналитические отчеты. Вот как ни крути, уровень жизни, да, они в кредитах. Да, и бомжи здесь есть. Да, но у этих бомжей это их личный выбор, понимаете? Не потому, что у них вариантов больше нет, только жить под мостом на улице. Нет. Есть такие социальные программы, вы не поверите, для бомжей. Их пытаются наоборот с улицы вытянуть, они не хотят, им так комфортно. И насколько я смотрю, это, знаете, люди, конечно, это психические отклонения у людей, психические.
А поскольку они что же живут, да, по этой конвенции, когда нельзя психа насильно лечить. И все. Они так живут, им так комфортно. И бомжи здесь, знаете, отличаются от наших российских родненьких. Мы тут с ребенком со школы шли. Бомж присел на дорожке, на тротуарчике, перекусить. У меня Ваня сидит напротив, сейчас смотрит, наверное, вспомнит эту историю. Значит, и у него, значит, он так открыл сумочку, пакетик. Мы так к нему подходим, да? Ну, так стали вжиматься как-то так. Я сразу дышать перестала. У нас же как, если бомж, так это все, газовая атака, да? А тут нет. Во-первых, бомжи все чистые. Вообще здесь все люди чистые. До безобразия, понимаете? Они все выглядят так, как будто они только что вылезли из стиральных машинок. Понимаете, все чистые. То есть засаленность, потная одежда. Никого я вообще здесь не видела ни разу. Нигде. Никогда. Бомжи в белоснежных носках. Так вот, наш бомжик. Видно, что хомлес бомж. Он достал пакетик, он достает. У него два вот таких яблока, значит. Лежала. Вань, что у него еще было? Еще у него вроде была какая-то буханка хлеба, что-то такое. Хлебушек какой-то у него был там. Он собрался бутерброды делать. Бомж, понимаете, на дорожке. И мы с ним равняемся, и он так немножко вот этот свой столик импровизированный так подвигает и говорит нам: извините. Понимаете? Говорит, извините, так подвинул, дал нам пройти, вот, чтобы мы комфортно себя чувствовали. Говорит, не, ничего, ничего, сидите, сидите. Да? Я ему сказала. Мы прошли мимо, все. Вот бомжи, да, то есть он пошел, получил вот этот паёк свой какой-то, поел, ему с собой еще дали там на прогулку, да. Уровень жизни другой. Ну вот как ни крути, Турция и Америка. И то, что турки балуют своих жен, прекрасно. Но у меня все-таки есть стереотип, все-таки вот эта страна, вот я себе говорю, да, я ехала в светское общество, знаете, такое многонациональное, и здесь много разных конфессий, и как у нас это там не выжимается, там сильно там, да, не противопоставляется друг другу. Но другой вопрос, для меня было бы сложно уехать вот совсем в мусульманское государство. Не то чтобы сложно, а практически невозможно. Я вот рассказывала уже, что для меня было сложновато даже с моим мужем как-то, да, меня там где-то сидела, вот это котенок какой-то страха, да, скребся там, и поэтому, конечно, для меня, я в Америку в припрыжку, в Турцию я даже не смотрела в сторону Турции, но это не значит, что вот все прям женщины, знаете, я думаю, что дело не в том, что все хотят в Америку, я думаю, дело в том, что в Турции не все женщины ведут блоги. Это тоже вот такой момент. Вы думаете, что в Турции мало русскоговорящих жен? Есть, я в России смотрела девочку. Она живет в Турции. Да. Ну, молодая, правда, девочка, она живет, она там ребеночка, по-моему, родила. И там котики у нее были, сейчас уже не вспомню, как канал называется, давно не смотрела, не возвращалась к этому. Вот и все. Вот у меня сложилось вот так. И вот у меня вот такое мнение. Мария, я вам желаю удачи и счастья вам большого. Девчонки, вам всем удачи. И вот знаете, это подтверждение вот того момента, что надо все-таки искать мужчину. Понимаете, ориентироваться на мужчину. Вот какой мужчина. И вне зависимости от того, опять сейчас повторюсь, что я, знаете, иногда у меня такая мысль, я вот смотрю на своего мужа, да, в каких-то моментах, вот в его поступках, проявлениях, я смотрю, я понимаю, что с моим мужем, вот я могу жить в любом месте. Вот если он мне сейчас скажет, там, поехали в другой штат, я поеду с ним в другой штат. Потому что я знаю, что с ним везде будет мне, Ване, ну, моему ребенку, нам будет комфортно. Вот он заботливый, это не зависит ни от национальности, ни от вероисповедания, ни от страны. Вот это ощущение, понимаете? Поэтому смотрите, конечно, выбирайте мужчину. Вот я думаю, что, конечно, надо выбирать мужчину, а не страну. Ну, это мое мнение.
Я вам всем желаю удачи, всем желаю счастья и скоро увидимся. Пока-пока.